Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам свои продуктовые покупки, которые я сделала через Сбердоставку. Я у них уже заказываю второй раз, и вы знаете, я очень довольна. Короче, в этот раз я где-то примерно, ну, короче, плюс-минус там 50 минут прошло, ну, вообще не больше часа с момента заказа до доставки. То есть тут я все сложила в корзинку, нажала «Оформить заказ», потом я посмотрела, там можно посмотреть, что происходит с твоим заказом, там «Момент сборка» называется, и я вижу, что уже положили в корзину. Там, кстати, есть еще, что под замену идет, если, ну, в данном случае ничего не заменяли, что под отмену, тоже ничего такого не было. И когда вы заказываете, мне понравилось, что там есть вот такие пункты, как если чего-то нет в наличии, то курьер, допустим, вам должен позвонить, или же, если не дозвонился, выбрать сам, или если не дозвонился, отменить. Ну, в общем, три варианта там есть, это очень удобно. Вот. И мой заказ собрали буквально за 15 минут. Дальше мне перезвонил еще минут через 15 курьер. Сказал, что, в общем, в течение часа приедет, привезет заказ. Это очень удобно. И в прошлый раз там были у меня замены. Мне девушка звонила, советовалась и предлагала очень выгодные замены. Вот. И, кстати, на второй заказ мне дали скидку 200 рублей, потому что я как бы месяц у них ничего не заказывала. Вот. И для вас у меня тоже есть промокод, который будет под видео. Он дает вам 250 рублей при первой покупке на 2500. Вот. Но мне кажется, что это хорошая скидка, так что кому нужно, промокод будет под видео. Ну, давайте покажу, что же я взяла. Ну, в общем, взяла я чеснок гранулированный. Вообще, обычно я беру чеснок в Ашане марки «Каждый день». Но у меня, по-моему, запасов там особо уже не осталось, так как в Ашане я была 30 марта. Нет, 26 марта. И да, заказ я делала из магазина «Лента». По нашему району возят из «Ленты», из «Метро» и из «Ашана». Но в «Метро» у меня есть карта, но я как бы редко туда хожу, хотя когда карты не было, мне хотелось. Потом в «Ашан» я... В «Ашане» как бы именно на сайте через Сбермаркет, там, например, продукция марки «Каждый день» мало представлено, а вот в «Ленте» их продукция, она хорошо представлена. Ну и в «Ашан» я, когда все станет попроще, да, у нас с этой ситуацией, я буду сама ездить. Вот. Ну а здесь мне показалось интересным заказывать в «Ленте». Хотя у меня их карта, по-моему, есть, но у меня нет, в принципе, рядом магазина «Лента», так что мне просто даже интересно. В общем, взяла я чеснок, одну упаковку, гранулированный здесь 25 грамм и 20 чем-то рублей цена. И потом я взяла вот такую универсальную приправу. Тоже она, мне кажется, рублей 20 чем-то стоила. Не думаю, что это прям очень дешево, но и недорого, в принципе. Также я взяла у них капусту. Ну, качанчик, конечно, небольшой, но ладно. Это типа молодая капуста. Дальше я взяла вот такие детские одноразовые пеленки, 20 штук, 60 на 60, 365 дней марка. Иногда для ушастика, не всегда это нужно, но бывает необходимо, поэтому взяла. Я их, давайте сразу открою, покажу. Ну, просто вдруг кому-то очень принципиально, поэтому вот так они сложены, такая пеленка. Ну, понятное дело, как, в общем, стандартная пеленка. Я раньше для крыса брала, для хомяка, в «Ашане» тоже марки «Каждый день». Ну вот. Мне Оксана Александрова сказала, что в светофоре очень выгодные цены, но у нас в Москве нет светофора, к сожалению. Поэтому так бы, конечно, я бы с радостью туда съездила. А дальше я взяла из хозяйственного
Две тряпки для пола, одну себе, одну своей знакомой, соседке завтра отнесу ей. Это тряпки «Лента» марка. Ну, честно говоря, дороговато, 40 с чем-то рублей. Я беру в Ашане марку каждый день за 13 или за 15 рублей и меняю тряпку каждый месяц. Но так как я была по понятным причинам в Ашане 20, вот как раз 6 марта, перед тем, как все это началось, то, соответственно, тряпка уже пришла в негодность, у меня и у моей соседки. Ну и раньше конца июня вряд ли я сама попаду в Ашан. Поэтому взяла в Ленте такую тряпку, вот это соседке отдам, а свою тряпку я уже открыла, просто было интересно. Ну, я не знаю, сколько та тряпка, но мне кажется, что... Да, в общем, плюс-минус такая же она, только вот, видите, тут украшена. Ну, честно, для меня это не так важно. А на ощупь и та мягкая, и эта мягкая. Вот. Ну, безусловно, дальше буду продолжать покупать, конечно же, в Ашане, так как это выгоднее. Это расходный материал. Вот. Также взяла ватные диски. Здесь 150 штук, и стоят они, ну, 30 чем-то рублей. В общем, эта цена нормальная. Что-то у меня руки-то так красные выглядят, на самом деле. Обычный цвет, в общем, что-то с камерой. Вот. У меня еще есть ватные диски. Я в Ашане, как чувствовала, закупилась тогда. Но лишними не будут. Так, еще я купила салфетки. Вот салфетками я как раз в Ашане тогда не закупилась. Я взяла две пачки, потому что я знала, что эта ситуация не продлится неделю. Но, честно, я сначала в первый момент думала, ну, продлят на месяц. Вот. А потом как-нибудь начнут ослаблять. Но потом стало понятно, что до 15 числа это будет точно. Поэтому взяла в Верном одну пачку, но они уже почти закончились. И вот решила попробовать в Ленте. Эти салфетки были по самой выгодной цене, 120 штук с клапаном, и стоят они там, в общем, они обычно 80 рублей, за 80 я бы брать не стала. Но они были по акции по 60 с чем-то рублей. Мне показалось, что 120 штук это вполне себе выгодно. Сейчас откроем, посмотрим, как они выглядят. Вот так, конечно, я предпочитаю в Ашане покупать. Но, опять же, пока до Ашана не доехать. Так, пахнут они так приятно, в общем, пахнут. Ну, вот такая салфетка. Тянется, мягкая, приятная. Сейчас обратно уберу. Я, правда, заказывала две штуки, а потом там в заказе оказалась одна. То ли я не нажала подтвердить, то ли, может быть, не было. Здесь написано антибактериальный, но я брала именно по цене. Ориентировалась, потому что... Так, а что это здесь? Нет, все нормально. Потому что использую для хозяйственных целей. Так, дальше. Дальше идут, в общем-то, продуктовые покупки. Я взяла для своей соседки пожилой, тоже вот понесу ей завтра, молоко «Эко-Нива» по 7 с чем-то рублей. А вообще я ее беру «Пармалат», и она предпочитает, чем дороже, тем лучше, но не было «Пармалат» 3,2, поэтому 6 пакетов «Эко-Нива» приобрела. Дальше для ушастика, ну, для своей собаки взяла спинки куриные. Наверное, теперь даже буду чаще всего заказывать в Ленте через Сбердоставку, потому что, ну что, я каждый месяц там по 10 килограмм таскаю из Ашана, когда, ну, можно что-нибудь там поприятнее затариться. А в Ленте вот как раз-таки брать. Я взяла 5 упаковок, потому что, опять же, знаю, что вся эта ситуация продлится до 12-15 июня в таком же скаче. Я как бы затарилась в тот раз еще. И это я уже взяла вот 5 килограмм, 5 таких лоточков. Ну, просто пусть будут. Они же все равно лишними не будут. Вот, ну, показываю один лоток, потому что все они одинаковые. Дальше мы затарились с соседкой овощами. Для соседки я взяла цветную капусту. Да, куриные спинки были по 75.
по-моему, или по 79. Но они плюс-минус везде одинаково. А капуста стоила... Я вот у меня сейчас нет ни чека, ничего. По-моему, ну, наверное, может быть, 60 с чем-то. Не помню, вот врать не буду. Взяла ей... Даже не помню, сколько упаковок. Наверное, одну. Весенние овощи были по 40 с чем-то рублей. Я взяла 8 упаковок. 4 себе, 4 соседка. Мне эти овощи очень понравились. Обычно я беру марки каждый день в Ашане. Овощи. Но вы знаете, эти гораздо лучше. Потому что они настолько мелко порезаны вот квадратиками. Это просто класс. Значит, там 8 пакетов. А, цветная капуста 2 пакета. Сейчас покажу, причем брокколи. Вот, брокколи 1 пакет. Это я тоже соседки взяла. Так что вот такие покупки. Дальше у меня еще картошка с прошлого раза осталась. А поэтому я взяла только соседки, по-моему, 5 килограмм. Это эконом-картошка по 20 с чем-то рублей. В тот раз эконом была мелкая, не очень хорошая. А это вот, это крупная. В общем, 2 пакета взяла. И также для соседки взяла, по-моему, 10 бутылок воды «Фрутоняня». Вот. Ей она понравилась. Обычно мы заказывали воду в «Утконосе». Там козельская была вода, кажется, хорошего качества, но сейчас вот, поскольку «Утконос» не может справиться с обилием заказов, они еще в конце марта не могли справиться, ну, в общем, не могут, пусть не справляются. Теперь у меня есть Сбердоставка. Они, конечно, молодцы, очень классные. Вот, так что такая вода вполне тоже неплохо. Ну вот, вроде бы все. Мне еще нравится, они много пакетов, все покупки в 2-3 пакета упаковывают. И лентовские пакеты, и с маркировкой Сбердоставка. Так что, в общем, очень советую, если у вас в городе Сбердоставка действует, то вполне советую. И не забывайте, что промокод будет под видео. Это не реклама, это у каждого человека в приложении есть промокод, и вы тоже можете... дарить этот промокод своим подписчикам, своим друзьям. Вот. Если данное видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения. Вообще побольше позитивных эмоций, чтобы ваши покупки вас радовали. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока!